Так, в Ейске стоимость аренды жилья составит в среднем 2100 рублей в сутки, в Анапе 2200 рублей в сутки, в Сочи 2400, а в Геленджике 2500 рублей, приводит цифры газета «Кубанские новости». Ранее сообщалось, что Анапа находится на втором месте по популярности среди курортов страны. На первом месте Сочи, его минувшим летом посетили 6 миллионов туристов. Анапа, по данным агентства Турстат, приняла 4 миллиона 700 тысяч отдыхающих. На третьем месте Геленджик с показателем 4 миллиона. На четвертом – Ялта. На пятом – Соль-Илецк, Севастополь, Ейск, Евпатория и Новороссийск расположились на местах с 6 по 9. Замыкая десятку – Светлогорск, расположенный на Балтийском побережье.